Вопрос информационной безопасности имеет принципиальное значение. Я вчера внимательно посмотрел серию беседы президента Путина с Стоуном и был поражен, что почти 40 минут он задавал вопросы, связанные с кибербезопасностью. Сегодня ни одна страна, ни одна служба, какая бы она мощная ни была, не защищена от возможной информационной агрессии и всевозможных провокаций. Поэтому Дума не случайно пригласила руководителя ведущей службы, который прекрасно изложил эту тему и проблему. Она, естественно, носит закрытый характер, но я хотел высказать наше отношение прежде всего к тому, что страна должна позаботиться в первую очередь о том, чтобы были защищены все самые сложные объекты, начиная от энергосетей, атомных объектов, кончая всей инфраструктурой. И в этом отношении исключительную роль приобретает необходимость делать серьезные финансовые вложения в науку и подготовку кадров. Только за рубежом у нас сейчас 1,5 миллиона специалистов высшей квалификации. Если вы посмотрите, что главным богачом Америки Билла Гейтса сделали 100 выдающихся математиков-программистов, из которых 50 русские. Они бы могли спокойно работать в наших лабораториях, институтах и обеспечивать, с одной стороны, развитие супертехнологий, с другой стороны, гарантировать нам соответствующую безопасность. Можно было бы поддержать наше предложение и закон, по которому создать льготные условия для возвращения этих суперспециалистов и работы в наших лабораториях и наших институтах. С другой стороны, очень важно поддержать систему высшего образования и науки, куда надо вкладывать минимум по 7% расходной части бюджета. Сейчас вкладываем 2-3 раза меньше. Тогда бы мы имели ту базу, которая позволила бы нам самым эффективным образом решать эти проблемы и задачи. И еще одна тема, на мой взгляд, сегодня в информационном пространстве превалирует антисоветизм, русофобия и олигархия, которая, собственно говоря, и питает то, что сегодня позволяет раскручивать российский Майдан в крупнейших городах. На мой взгляд, это совершенно недопустимо. В противном случае мы не учтем тот печальный опыт, который был на Украине. На Украину пробрались эти службы, парализовали всю систему, вложили 5 миллиардов долларов, промыли мозги, и мы видим то, что является национальной трагедией Украины. Мы все должны предупредить такой вариант развития событий в нашей стране. Выступление было, на мой взгляд, очень интересным и исключительно полезным.